Кирове состоялось вручение премии имени Герцена. Лауреатом этого года стал писатель Захар Прилепин. Подробности у Юлии Шалаевой. Премия имени Герцена – это довольно молодая награда, учрежденная областным правительством 2 года назад. Но она уже нашла поддержку Министерства культуры Российской Федерации. В этом году обладателем премии стал молодой российский писатель и публицист Захар Прилепин. Премия присуждается за создание литературного произведения в жанре публицистики, созвучного идеям творчества Александра Герцена. Захар Прилепин – один из самых ярких деятелей российской культуры, такого состояния русской литературы, русского языка, ее национальное состояние, важнейшие ценности. Его произведения посвящены темам, которые близки и дороги каждому, это становление личности, роль семьи в жизни человека, борьба добра и зла. Захар Прилепин в ответном слове высказал свое восхищение Кировской библиотекой имени Герцена, которая была создана по инициативе Александра Ивановича и успешно работает до сих пор. Писатель рассказал, что объехал всю Россию от Калининграда до Владивостока и нигде не видел ничего подобного. Это совершенно удивительное место, домашнее, намоленное, не знаю, просторное, чистое, и здесь просто жить хочется остаться. По словам писателя, он горд, что стал лауреатом такой премии. Захар Прилепин рассказал, что недавно прочитал труд Герцена под названием «Россия-Европа» и убедился, что эта работа не потеряла актуальности до сих пор. Он пишет, что европейцы могут нам сказать, что мы рабы, а мы можем сказать им в ответ, а что вы свободны. Герцен, живя в России, чувствовал, что мне трудно и тяжело, но если бы знали, как мне тяжело и трудно в Европе. Стоит напомнить, что первая премия имени Герцена была присуждена в 2012 году нашему земляку, писателю и общественному деятелю Альберту Лиханову. В 2013-м ее обладателем стала Ирена Желвакова, директор столичного литературного музея. Юлия Шалаева, Владимир Подлевских, «Вести Киров».